Центр анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана представил обзор реформ, посвященный проведенным комплексным мерам по снижению негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и предпринимательство в стране. Как отмечает финансовый аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Рафигоглу, были даны соответствующие указы и поручения по улучшению социального положения медработников по импорту медицинского оборудования. Налажено производство медицинских масок в республике. Кроме того, по словам аналитика, оказана помощь безработным гражданам и финансовая поддержка предпринимателям в целях сохранения занятости. В рамках реформ были также проведены работы по поддержанию банковского и аграрного секторов. В настоящее время продолжаются работы в этом направлении. Государство и впредь продолжит подобные меры, если возникнет в этом необходимость. Следует отметить оказанную помощь малым и средним предпринимателям, а также банковскому сектору для продолжения бизнеса для сохранения существующей инфраструктуры. Сформирована система гарантированного кредитного механизма и даны процентные льготы. Были выделены средства для поддержки транспортной и туристической сфер.